Организация тестирования на ковид по-австрийски. В центре Вены, после ратуши, здания парламента, других исторических зданий, установлены киоски Тест-Штрассе. Вот такие вот будочки называются. Тест-Штрассе. Вот. Люди приходят по предварительной регистрации. Никаких ковыряний в носу палочками неприятных. Вот, приходят люди, получают стаканчик, получают запаянный пузырек жидкости, типа водага какая-то. Вот, 30 секунд полощет горло, выплевывают в пробирку. ПЦР-тест. Результат готов максимум через сутки. Все это бесплатно, включая гостей города.